уничтожили целый батальон Юг, там на новостях вот этой своей говорит, мы здесь, мы заплатили целую бригаду отсюда, когда мы за 600, за час 2500 человек сбежали отсюда. Там обстреляли, стреляли друг друга, вот, сбежали. Вот мы захватили целую бригаду, самая большая бригада в Украине. Пока нас не убили, мы воевали до конца и держим до конца оборону. Мы такие росгвардейцы. Показывали, доказывали вам, кто мы такие. Вот и дальше еще покажем. Целая бригада, мы задержали, 249 батальон, мы захватили эту комнату. Вот там, там все есть. Самая большая бригада в Украине. Это мы захватили. Мы до конца держим эту оборону. Мы расквардейцы. Посмотрим дальше. Ахмад, сила, Аллаху Акбар. Вот трофей. Приходи сюда, мы в любое время здесь держим нашу оборону. Мы живы. Иншаллах, и добьем до конца.